Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня ваш КентПК вам покажет самые бесполезные баги в игре Black Strike. И первый наш баг, ребята, в режиме зомби-выживания на карте Playground. Мы идем сюда, дальше по прямой и просто прыгаем. И прыгаем до тех пор, пока мы не попадем внутрь этого ящика. И вуаля, ребята, мы внутри коробки. Это первый наш баг. Второй бесполезный баг на карте Турбину в режиме зомби-выживания. Мы, ребят, бежим. Блин, не в ту сторону, извиняюсь. Все предельно просто, и сейчас покажу. Этот баг очень часто форсили, этот баг уже, наверное, все сняли, но я все-таки, ребята, решил занести к бесполезным багам. Я не знаю, что все о нем видео снимают, но это самый бесполезный баг в мире. Он вообще вам ничему не помогает. И повторить его крайне легко. То есть мы, ребята, можем бегать, но бегать мы можем недалеко, потому что уже до этого места мы бежать дальше не можем. Поэтому этот баг крайне бесполезный, я не знаю, что вообще его снимали, но, как по мне, ребят, просто беспонтовый баг. Следующий наш баг в режиме зомби-выживания на карте Bust. Мы, ребята, находим второй ящик и начинаем просто прыгать. Мы прыгаем до тех пор, пока мы не будем внутри этого ящика. То есть, по сути, этот баг идентичный предыдущему. Буквально через пару секунд мы, ребята, оказываемся внутри этих ящиков. Следующие наши бесполезные баги на карте Дистрикт. Мы, ребята, просто смотрим в эту дверь, все здания пропадают. Но прикол в том, что это нам ничего не дает. Даже если там будет игрок, мы все равно его видеть не будем. И вот второе место на этой же самой карте. По сути, тот же самый баг, который нам ничего не дает. Но зато можно поприкалываться над друзьями. На этом, ребята, все. Давайте, пожалуйста, меня поддержим лайком, потому что если будет 500 лайков, то тогда, ребята, я сниму продолжение. Поэтому надеюсь на вашу поддержку в виде лайка и подписки и положительного комментария. С вами был ваш Кент. Всем удачи и всем пока.